Сегодня у нас 28 октября 2018 года. Это возле, на площади Спартака, возле магазина Мария Ра. Вот сестры называют Евангелие Христа. Православный сайт в интернете. Вот женщины прошли вместе. Ну ладно. А что они на иностранцы? Иностранцы. Первый пошел. Боже помощь. Ну то Евангелие. Вот пришли за бесплатно за православный сайт в интернете, чтобы вот он, православный сайт в интернете. Так, где у вас сборы бывают? Как сборы? Это мы из храма. Вы из храма? Да. Погодите, у меня большая такая вот есть. Большая? Ну, вот сюда вставьте на всякий случай, вот сюда. Да, посчитать можно. Нет, это каждый день читайте. Вы чего? Бесплатно. Патриарх. Нет. Я прочитаю, а дальше как? А дальше будете задавать вопросы, тут телефончики есть. Смотрите, адреса. И телефоны. И смотрите, сколько телефонов. Видите? Вот написано. Нет, вопросы. Скажите, я... объясните. Нет, да. Я прочитал. Машина. Вот сюда, ко мне. Я прочитал. Я уже знаю. А сейчас осталось вам исполнить. Вот написано здесь, потому что Господь на суде Божьем спросит исполнение вот этих заповедей его. А нам главное... не дают ни житья, не дают ничего. Не, а вы поймете, Бог будет вам говорить, а вы слушаете его. Он заботится о вас. Он потому что любит вас. А почему Путин не заботится о нас? А Путин человек такой же, как вы, грешник. А здесь Бог, он будет вам помогать. Не, ну да, я за Бог, я хрещенный, все прочее. Молодец. Все, и вопрос не в этом. Слава Господу. Верю, допустим, даже верю. Вот я умирал. Да, умирал. Ничего, все у меня уже. Мне капельницу вытаскивает. Вот слушайте. Вон, ничего. И вот я уже сонный, мне ни болезни, ни прекрасной жизни, ничего вообще. Я вроде бы встал и на правую сторону пошел. Ну? Кто-то говорит, мужчина, вам сюда рано, вам рано. Вот видите туннель? Вот я у себя думаю, вижу. Вот видите свет, вот туда идите. Вот было сказано, вы пошли? В это время... Она мне капельницу выдергала, я проснулся. Ведь кто-то вот иногда, вот, понимаете, кто что сказал, вот говорили, соответственно. Вот туда со мной это было. Ну кто? Ну вот мой хранитель или кто-то, соответственно. Хранитель, он на земле вас хранит. А там вас встречают. Кто там? Кто за нас умер-то? Кто за нас умер-то на кресте? Иисус. Христос. Ну? Иисус Христос. Ну он о вас заботится. Говорит, тебе рано. Так а нет. Нет, я иногда, я смотрю все прочее. Да вы что? Ну а дети, не. А что дети рождаются, больные и все прочее? Ну они-то при чем тут? Так потому что по вашим грехам они-то страдают-то. А вон как, из поколения в поколение. Да, до седьмого колена. Вот, тогда пойду умру тогда. Не умирайте. Познайте Слово Божие, познайте. Господь хочет вас спасти. Вы не готовы, Он вас вернул. И сказал, иди своим детям накажи. Хоть что-то им оставь. Какую ты оставишь? Деньги? Все будет. Если ты оставишь им познание Слова Божия и о спасении их душ в вечность, вот где будет тебе заслуга. Вот где ты можешь спастись. Читайте. Как Александр? Еще такое имя, Александр, да. Победитель. Да, победитель, вообще? Да. Вообще Господь заботится о вас. Ребенок, надо же к нам подослать. Ради Бога, я им доволен и помолюсь, и встаю. А как вы молитесь, только покажите. Вот так. Вот так вот? Посмотрите, Господи, дай мне ума. Позови. Ну там ума. Само ваше чрево. Ну да. На пуп. И перенеси меня. От какой
беды, что ли? Нет, перенеси меня справа. Кто? Налево? Налево, защити. Левая сторона – это грехи наши, а правая – это победитель. Господь победил. Разбойнику с правой стороны, что дал спасение, потому что тот покаялся. Так вот я Богу это говорю, Господи, дай мне здоровье моим родным, вот, и хорошим людям. Да. Ну, ни Медведеву, ни Путину, я добра не желаю. Вот слушайте, подождите, подождите. Я добра не желаю. Да, Бог добр к вам. Я этим нашим... Вы лучше Путина, что ли? Вы лучше Путина. Что, я? Да. Ну, я народ-то не терроризирую, народ-то не травлю. Правильно, а у них власть есть, и а народ. Вас призывает. А, да мы там скоро будем. Вы каждый раз вам есть. Да, хотите, да. Давайте не возьмут, наверное, да, нет. Принес. Она не возьмут, но не пускает. У вас визитки-то есть, да? Есть? Есть. У меня много, я пошла. Ну, у меня тоже подсказка. Ходить можно в интернете по вот этим адресам и беседовать со всем миром православным. Со всем миром. Вот такой сайт. Понимаете, это золотой сайт. А вы там не будете? Родите, ну так вот. Сюда, вы сюда. Видели вот такие там книги? Видели? Да, видели мы. Слава Богу. Помоги мне, Христос. Спасибо. Вот женщина, когда заинтересована, машинка приехала. Заворачивает такой. Угу. Потому что ты снимаешь, вот она и заинтересована. Удачи. Так, а где у нас Александр Михайлович? Православный сайт в интернете. Спасибо. Православный сайт в интернете. Девушка, православный сайт в интернете. Иди, машина. А, иди. Здравствуйте. Святой Евангелие. Всем. В смысле? Я этих книжек. Это не книга. Святой. Машина, 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 машина. Да он видит. А нет, он не меня не видит. Скажите, вы оттуда сами, какой храм посещаете? Я хожу в этот храм. Очень. Очень. Вот батюшка у нас денег не служит, а неделю. У нас неделю, где я сюда хожу, когда неделю. Я
я человек верующий, но я не могу брать со стороны. Вы вас в этом видите, как вы на Евангелие. Ну, что я операцию сделала глазу, да, помоги вам, Господи, чтобы все это хорошо. У вас у нас тоже сестричка сделана. Возьмете, будете читать. Ну, если только вы православный человек. А вот я вот здесь по благословению, по ряду, хорошо, хорошо. Вот. Если вы поспокойно родители, то есть. А детей? Есть. Есть у детей. Вот вы им визиточку дадите. Визиточку. Они войдут, они могут любой вопрос задать. Сюда, да? Да, по Евангелию, по Библии. Любой вопрос и получит ответ. Хорошо. Спасибо, Господь. Спасибо. Прости, Господь вас. С Богом. До свидания, Господь. Это вот как раз у нас на Ютубе есть канал, вы туда зайдете, и там вот как раз это мы все снимаем, выставляем. Там ролики сняты, да, у нас очень много. Это все для пользы. У нас дисциплина, для у нас устав. Вот в каждой церкви, по идее, должен устав быть. Как религия вообще называется, которая проповедуется вами? Православная. Да, мы христиане. А вы вообще-то так в церкви выходите? Ну, был последний раз, наверное, года 3 назад. А где-то далеко, вы рядом здесь живете? Нет, не да, вы в церковь ходите? Нет, я хожу в ту. По-прусски, да? По-прусски. Родители нам верующие, кто? Бабушка, дедушка. Бабушка верующая. Бабушка верующая. Ну, вот, читайте. Можете это смей как-то. Сами будете читать? Ну, да, в принципе. Видите, Господь Иисус Христос говорит, Он говорит, исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть надо Слово Божие читать, вникать, ну и молиться, конечно. Господь откроется. У бабушки есть Евангелие? Да. Это лично ваше будет. Не помоги. Как вас зовут? Евгений. Какое имя красивое. Да помоги вам. Все, спасибо, спасибо.